Юных жителей села Скупая Потудынь найти несложно. Целыми днями они крутятся около столба, на котором заветное устройство раздает бесплатный интернет. Видео, музыка, социальные сети. Иногда можно и по учебе заглянуть. Чтобы ребята не мокли под дождем, рядом с точкой доступа соорудили интернет-клуб. Как сарай, только с окнами. А ничего, здесь вполне уютно. Местный интернет-клуб обустроен капитально. Не страшен ни дождь, ни снег. А главное, скорость приличная. Ничто не мешает окунуться в виртуальный мир. Местный клуб называют почему-то будкой и просиживают там часами. Евгения Бабышева, например, часто пользуется сайтами о медицине. Говорит, сельским жителям, в отличие от городских, остро не хватает информации. Сама Евгения работает в Воронеже. Приезжая в родное село на выходные, признается, испытывает странные ощущения, как будто выпадает из зоны доступа. Столб с Wi-Fi, говорит, как окно в мир, а в будке местная детвора под присмотром. Так же, как и в городе. Смотришь, чем они занимаются в городе. Лучше бы они сидели вот так же вот в этой будочке с этим интернетом. Было бы намного лучше. Жителям села Скупая Потудынь, как и многим другим сельским жителям, естественно, хотелось бы, чтобы интернет был в каждом доме. Но пока все ездят и ходят к столбу. Ведь поймать сеть можно только в радиусе 100 метров от него. Фактически, жалуются селяне, и того меньше.